Это сорт уже известный Моросейка. Мы его еще раз решили показать, чтобы отобразить его красоту. Ягода, которая снимается с плодоножкой. Вот. Хороша тем, что ее можно отщелкивать, либо срезать ножницами в коробку. Красотабельность очень высокая будет. Зимостойкий сорт, проверенный уже годами. Ему там, наверное, около 20 лет, если не больше. Вот. Мало того, он слабошипый. Ягод дает на кусте немного, но они все такие тяжелые, увесистые такие, слонята висят. Это еще не самый крупный размер ее. Вот, чтобы не забывать ее, решили отснять вам еще раз.